Всем привет. Так, давайте подождем, пока все подключатся. Так, Facebook собирает для вас аудиторию, пишет на экране. Так, подставка, блин, не знаю. Так. Так, начали присоединяться. Ребят, делайте, пожалуйста, репосты, кто уже онлайн, чтобы подключилась аудитория как можно больше. Салут, Эдин Англия, салут. Салут. Так. Так, всех вижу. Доброе утро, смотрю. Многие уже бодрствуют, в том числе в Европе. Значит. Так, Салудин, Манчестер. Это все на дурме, знаешь, это меняться. Есть у дифференция. Москва, привет. Привет с Кипра. Норвег, Белохинчеш, салют, Руслан. Так, репостер, фащет, зворок. Стимас, приятень. Так, Душенил, Аллигатора, Ботаника. Кишинел. Да, Воромушп, Каридемнец, Воромушп, Воромушп есть, Кишинов, Москва, Дарамари, Британия, Испания есть, и Майдемнец. Берлин, Увэп, Пифер. Ну что, всем привет еще раз. Значит, о чем я хотел с вами поговорить. Значит, получил информацию с Кишинева о том, что прокурор Бусуёк начал, принял мужественное для себя решение, обратился в суд сектора Центру для того, чтобы... Ребят, можно потише? Значит, прокурор Бусуёк обратился в суд сектора Центру с ходатайством о мандате на арест на мое имя. И также, я так понимаю, сегодня будут просить разрешение на розыск. Поэтому можете поздравить дебилов, прокуроров и полицейских Плохотнюка с их уже серьезным правовым беспределом. Значит, хочу сказать и со всей ответственностью заявляю, что все эти прокуроры, прокуроришки, милиционерчики и прочие минетчики Плохотнюка, которые участвуют во всех этих фальсификациях, которые занимаются этим правовым беспределом, они ответят. И я не знаю, насколько получится у них долго держать меня в розыске, но то, что они получат лет по 15-20 тюрьмы за нарушение, за превышение своих полномочий и, главное, за обучастие в геноциде против собственного народа, где основным обвиняемым будет Плохотнюк, вы все будете сидеть по этому делу. Значит, я выйду, думаю, сегодня попозже с деталями, значит, и мне нужно завершить подготовку, я хочу предоставить доказательства того, почему Плохотнюк так тесно сотрудничает с бандитом Горбунцовым в последнее время, почему Ковкалюки и прочая нечисть летали в Великобританию, зачем делегация этих же негодяев ездила несколько дней назад в прокуратуру в Румынию, и самое главное, зачем
и почему сидит в тюрьме сегодня семья киллера Проки, который отбывает наказание в Румынии, и почему Плохотнюк так сильно пытается ему закрыть рот. Наблюдайте за моей страницей в социальных сетях, будет интересно. Ну, по крайней мере, я ждал, чтобы по-тихому Плохотнюк получил мандат на арест, в Великобритании. Значит, ну, сегодня, так как Плохотнюк зачищается, давит на свидетелей, замутил всю эту историю с моим розыском для того, чтобы я не мог дальше заниматься процессом, после этого он только попал в поле зрения уже европейских прокуроров и полицейских, и плохишь, ничего у тебя не получится. Ответишь ты вместе с твоим подонком Карманом Горбунцовым и прочей нечистью. Сила в правде, я вас люблю, значит, на связи, значит, сейчас буду готовиться, и дальше нужно выкладывать уже доказательства. А то, что Плохотнюк преступник, бандит, человек, который занимался заказными убийствами, продажей, не продажей, а перевозкой, извините, вот видите, какой корректный, хотел сказать продажа оружия, нелегальная перевозка оружия страны Евросоюза, подделкой документов и создал целый синдикат киллеров, значит, он за это сядет. И это все равно я все докажу. Окей, давайте.